Наши пути расходятся, но я чувствую, он исполнен надеждой, что будет вести его все дальше. Возможно, он и есть избранный, воин с чистым сердцем, способный освободить нас от зла. Может быть. Интересно, что творилось у него в голове, когда он увидел ее там, свою возлюбленную? Видел ли он свои мечты или же свое будущее, унесенное словно листва ветром? Я вижу его, идущим к границе владений пана. Лес тянется на восток и простирается до владений оборотней. Там руины древней цивилизации, забытой и разрушенной. Некогда бывшие свидетельством человеческому мастерству и дальновидности, они снова отвоеваны природой. Thank you.
Он становится сильнее с каждым шагом. Его доблесть в сражениях не вызывает сомнений. Ему она понадобится. Гоблины — это одно, но есть еще много других существ в темных уголках мира. Существ, не подозревающих о его целях, но борющихся за свое выживание. Многие павшие братья свидетельствуют этому. Он идет дальше. Навстречу опасности. Интересно, кто из них охотник? А кто жертва? Возможно, когда придет время, эти создания познают страх,
которые они сами обычно видят в глазах своих жертв. Ступай, друг мой, спаси свою любовь.
Ah!
Итак, он нашел еще одну реликвию Гандольфи. Это было непредвиденно, но должно пригодиться в будущем. Утраченный город Агарта предстал его взору. Мне интересно, знаешь ли ты, Габриэль, что тебе уготовано богом впереди? Земли оборотней. Этот разрушенный город теперь принадлежит их владыке, и ты можешь не сомневаться. Он не позволит тебе пройти, но чтобы вернуть ее, тебе нужно одолеть его, друг мой. Ты должен сокрушить его, обратить в прах, как червя, которым он по сути и является.
Thank you.
Этот древний город состоит из множества уровней, каждый из которых является основанием следующего. Опасность притаилась за каждым углом. Он проявил величайшую стойкость. Но это путешествие будет гораздо длиннее и труднее из тех, что когда-либо выпадали на долю человека. Ему понадобится вся сообразительность, чтобы найти другой путь к сердцу города, где сама судьба ожидает его. Hey!
Thank you.
Агарта была некогда одним из величайших городов древности, но продержалась недолго под натиском темного владыки. Город был разрушен до основания полчищами оборотней. Так называемые «войны некромантов» уничтожили развитые технологии, которые так тщательно охраняли жители Агарты. В конце концов, титаны пали, а люди были вырезаны один за другим, либо же обращены в зверей, подчиняющихся своему завоевателю. Не осталось никого, кто мог бы поведать историю.
Thank you.
Это странная девочка. Определенно, она не могла одна выжить в этой дыре. Габриэль последовал за ней вглубь города. Интересно, куда она ведет его? Странно. Я не слышу ни слова, но кажется, Габриэль общается с ней каким-то образом. Что-то подсказывает мне, что она еще сыграет свою роль в этих событиях. Ugh!
Видел мощь, которая содержится в тех кристаллах? Кристаллы могут очень пригодиться в бою. Ты можешь находить их осколки в самых разных местах. Я часто отправляюсь на их поиски. Почему я тебя слышу, ведь? Мои губы не двигаются. У меня есть дар. А еще я читаю мысли. Кто ты? Меня зовут Клаудия, а это мой защитник. Он присматривает за мной. В ответ я ловлю злых духов, чтобы он мог поглотить их энергию. Без нее он перестанет работать. Но ты не такой, как остальные. Почему-то ты кажешься добрым. Мы не станем тебя убивать. Я рад слышать это. Ладно. Позволь мне прочесть твои мысли. Нет! Что такое? Что не так? Ты здесь, чтобы убить владык теней и забрать их силу. Хочешь всех нас спасти и вернуть свою возлюбленную. Я не боюсь. Мы пойдем с тобой. Самому тебе не справиться. Нет, Клаудия. Я сделаю это один. Я знаю путь, а ты нет. Я нужна тебе. И он тоже. Ну ладно. Судьба приложила свою руку, и кубик брошен. Я знал, что это дитя сыграет свою роль так или иначе. И кажется, Габриэлю пришла настоящая помощь. У голема, который защищает девочку, есть что-то, что очень пригодится в конце. Что-то непредвиденное. Мой дорогой друг, я вижу твою судьбу, и она ужасна. Но я верю, что все произойдет именно так, как я желаю. Тысячелетиями город был наполнен жизнью. Он был святилищем магии, мудрости и гармонии. Эти люди и были создателями кристаллов, которые ты уже видел. Они не нуждались в армиях для защиты, поскольку могли противостоять любой угрозе. Так было, пока не появились оборотни. С
Затем баланс изменился. Тролли, гоблины, гремлины, кошмарные существа осаждали город днем и ночью. Многие бежали, другие использовали оставшиеся силы, чтобы создать огромных титанов для борьбы с захватчиками. Битва длилась веками, пока здесь камня на камне не осталось. Никого не осталось. Те, кто не пал в битве, были захвачены и истерзаны. Мой отец был один из последних. Он спрятал меня и сделал темного рыцаря моим защитником. После этого мы долго были в бегах. Титаны пережили своих создателей и остались здесь, чтобы сражаться до последнего с превосходящим противником, пока даже они не пали. Все, кроме одного. За этими дверями стоит последний из титанов. Только через эту дверь можно попасть в святилище темного владыки. Нам нужно будет одолеть титана, если мы хотим продолжить наш путь. Дверь можно открыть только силой кристалла. Тебе нужно найти 4 осколка, чтобы создать целый кристалл. Мы будем ждать тебя здесь, пока ты их собираешь. У нас нет времени, Габриэль. Найди. Места, где растут осколки кристалла. И осмотри места, где растут осколки кристалла. Мы будем ждать тебя здесь. Yeah!
Ты нашел осколок кристалла! Нам нужно еще 3! Нужно найти еще 3 осколка кристалла. Нужно еще 2. Еще 2 осколка кристалла. Yeah.
Помни, нужно найти еще два осколка кристалла. Отлично! Остался всего один!
Отлично! Теперь возвращайся сюда и не трать кристалл впустую, иначе придется искать новый. За этой большой дверью. Похоже, эти статуи здесь не просто так. Я думаю, что для активации статуи нужен будет кристалл. Я думаю, что эти статуи можно повернуть каким-то образом.
хорошая работа, Габриэль. Трое спутников вошли в зал титанов. Все, что их здесь ожидает, это остатки великой технологии Агарты. Битва покажет, на что они способны, и нет пути назад. Доска разложена, кости вброшены. Вскоре мы узнаем, кто выйдет победителем. Девочка и ее голем помогут, и я надеюсь, что... Как только бой будет выигран, Габриэль найдет в себе мужество совершить то, что будет необходимо. Ради того, чтобы задание увенчалось успехом, ибо нам еще предстоит встреча с владыками теней, а их сила огромна, как никогда прежде. Подходи к титану слишком близко. Схвати булыжник и отбрось его обратно. Выжди подходящий момент, Габриэль.
держись подальше! Отойди назад! Берегись, булыжник! Смотри! Используй его, Габриэль! Схвати булыжник, прежде чем он попадет в тебя, и отбрось его назад в Титана! Ты можешь его использовать! Хватай булыжник! Используй его против Титана! Наглушен! Габриэль, вперед! Эй, сюда!
здесь внизу, мразь! Подходи к Титану слишком близко. Сейчас, Габриэль, давай! Нет, сюда! Смотри сюда! Выжди подходящий момент, Габриэль! Чудовище!
Габриэль, вперед! Титанов больше нет. Она была последней своего рода. Можем идти? Нам нужно отдохнуть. Близится ночь. Я знаю место.
Великая победа! Габриэль завоевал доверие у девочки, и вместе они страшная сила. Она так юна и так прекрасна. Здесь, на краю человечества, жизнь такая непрочная. И тем не менее она смогла выжить с помощью своего защитника, темного рыцаря. Вскоре их заберет сон. Измученные и усталые спят они. Но этой ночью вновь придет Рок. И боюсь, мой друг никогда не оправится от этого. Я знала с того момента, как притронулась к твоему лицу. Я видела свою участь. Я готова. Не дай тьме завладеть тобой, Габриэль. Ты должен снять перчатку с рыцаря. Это ключ. Придет время, и перчатка тебе пригодится. Нет. Я не причиню им вреда. Это не выход. Боюсь, что уже слишком поздно. Нет. Нет. Нет!
Огромное спасибо за просмотр. Подписываемся, ставим лайки, обсуждаем. До новых встреч. We'll be right back.